Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Toz Games. Итак, мы с вами продолжаем Stand and Deep. У нас с вами бушует шторм. Да, не очень приятно находиться. Нет, точно. Подожди, так, плот у нас с вами на месте. Так, плот на месте, вижу, стоит. Так, все стоит нормально. А то в одной серии наш плот... Куда съебаетесь, да? Куда съебаетесь? Съебался, ну не съебался, собрался, короче, и уплыл. Если кто знает, кто смотрел мои видео, можете посмотреть в плейлисте. Серия называется «Летучий голландец». Так, у нас с вами что тут падает? Дождик. Так. В общем, понаделали мы с вами... оружие, копий. Я не знаю, в этой серии, возможно, съездим на... либо сплаваем на ту вот шхуну. То есть на этот корабль. Вот. И меня очень интересует вот то, что там, интересно, заспамилось. Так, пойду-ка возьму бинокль. Блин, бинокль в такую погоду. Это не случайно. Не, по-моему, это не авианосец. Писали в комментариях, что где-то можно найти вертолет. И с вертолета свинтить, короче. Я не знаю, но... Там говорят, типа, авианосец. Я не знаю, возможно, на нем вертолет есть, либо самолет. Но я больше склоняюсь почему-то к самолету. Потому что, ну, вертолеты... Вертолеты, они по разработкам появились достаточно позднее, чем... самолеты, вот, и я думаю, что скорее всего это самолет, чем вертолет, ну не знаю, возможно, есть вертолет, короче, будем искать. В общем, сделали плиту бродяги, у нас там, видите, как-то я не знаю, возможно, большие куски сюда можно класть, хотя толк от такой тогда плиты вообще непонятно, какой толк. Ладно. Время солнца проясняется, дождик идет. У нас, кстати, поливает наши посевы. Ну-ка, попробуй положить его на плиту бродяги. И хер ты положишь сюда. Почему нельзя это сделать? Ну вот, мясо. Короче, хуйту, короче, какую-то сделал, блядь. Толку-то на ней, может, что-то кипятить, сушить кирпичи, не знаю, но готовить на ней точно нельзя. Ну, попробуем сделать что-нибудь, наверное. Давай, 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 родной. Так. Хуйня что-нибудь ловит, нет? Так, сказали, что глины полно, в принципе, можно поискать. Так, что у нас с вами? Маленькое крабовое мясо. Ну, нельзя положить на эту ебаную плиту ничего, блин. Так, ружье. Мотыгу-то забыл, не мотыгу, а эту сраную, короче, кирку. Интересно, сколько надо стрел, чтобы угандошить акулу?
Надо было взять это, дыхание. Время же вечер. Что я думаю? Ни хера не видно, поэтому. Так. Вот где-то здесь она рядом, я знаю. Вон, видишь, акула там проплывает. Короче, мне подсказал коралл, коралловые рифы подсказали. Смотри, видишь? Видно, кто проплывает издалека. Оп. Камень там, видишь? Оп. Вот эта белая полоса вот отсюда до сюда. Не знаю, видно на видео или нет, но, блядь. Типа объект, с которым можно взаимодействовать. Ладно, потом, блядь. Время уже вечер. С тебя акулы, хуёвы, блин. Так, топор сейчас насобираем. Сделаем еще снарядов для нашего оружия. Интересно, сколько нужно, чтобы добыть акулу, как бы ушатать ее прям нормально, чтобы она... Мясо акулья взять, супчик сварить с плавников акульих. Было бы неплохо. Блин, я всегда играю в эту игру и хочется пожрать что-нибудь. То картошечки в прошлый раз. Теперь суп из акульих плавников. Блин. Надо завязывать. Что-то сварилось, нет? Мы никогда не узнаем, сварилась она или пожарилась или нет. Так, здесь что у нас? Затушим огонь. Так. Попили. Поесть я точно не буду. Так. Так, одна веревка, по-моему, одна дубина и гарпунер готов, да? Икс. Время уже 6, темнеет. Бросим, это у нас есть там. Для чего эта пыльта долбанной бродяги нужна, вообще не пойму. Я думаю, можно разместить мясо туда сверху. Хуйта какая-то, блядь. Присели. Так, хоп. Чуть поближе стало. Так. Сколько времени-то? А, время 7 час. Темно как у... Так, смотри, юка готова, да? Как-то свет ложится только по этому. Как сказать, по дну морскому, но, блядь, не видно ни хера, да что дальше. Хуёвая обработка света, ну ладно. Сос, так, раз, два, три, раз, два, три.
три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Типа сос. Три точки, три-три точки. Save all souls. Спасите наши души. Если кто не знал, теперь знаете. Так. А я, пожалуй, лягу спать. В 7 часов, блин, не. Да хер делать, давай спать. Сейчас 5 утра, наверное, встанем. Темень. Оп. Почти. 5:30, так. Никого не поймали, ну ладно. А летучих мышей не ловят? Это летучие мыши, кто это, блядь? Нахер нам глина? Непонятно. Так, камни мы с того острова забрали. Вот с того им, подожди, вот на тот мы плавали, да. Есть предложение сплавать куда-нибудь дальше. Типа на тот. Так, разгрузили. Разгрузили, так. Отлично. Так, на тот поплывем между контейнерами, да, тогда? На тот плавали и на тот как раз. Либо на тот, на дальний. Кокосы есть, можно пожевать. Так, чё он? Так, заправились. Все, полный бак. Чешем. Так, чешем на тот, наверное, между вон туда куда-то. Вон на тот. Блин, какой-то дальний, вообще дальний. Так. Вон на тот. Блять, хуй видишь еще. Так. Ну что, баки полные, я думаю, доплывем. Блин, это точно не. Не авианосец, так. Так, прямо по курсу. Угу.
Там еще остров есть, нифига себе. Так, а мы здесь были или не были, я не помню. Может и были даже. Вот эту херню я чуть не совсем припоминаю. Так. Такс. Почему периферийное зрение увеличивает? Видишь, он прям типа... Совсем рядом, а там хер-то там рядом. Так, тут остров, видишь, слева, специально смотрю. Так, чуть дальше, тот остров, тоже там, наверное, нет ни хера. И тот остров левее, видишь, 54 дня, тоже ни хера нет, вон там чуть за ним, тоже ни хера нет. А тут что? За... Так. Я не хочу на этот остров, я поплыву на тот чуть дальше. Сука, смотри, кто плывет, блядь, за нами, видишь? Пидерсия какая-то. Вон она там ныряет, блядь. Ну, там наш остров, видишь, слева. Так, там мы не были, походу, дела, да? Сейчас, может, что-нибудь картошки наберем, блядь. Самогенку будем делать. Так, чуть-чуть правее сделаем. Может, быстрее ветер поймаем. Так. Где это респавнится? Это сраный остров, вообще непонятно. Типа он респамится где-то, блядь, а может даже не респамится, потому что как бы мы играем по обновлениям, блядь. Непонятно. Непонятно. Так, ты чё, сука, кто-нибудь, блядь, вон у нас, сука, блядь. Смотри. Смотри, блядь. Сука, булыжник на тебя сбросить, что ли? Падла, а? Хоп и назад, блядь. Какая-то глюканутая, видимо. А здесь, я думаю, есть чем поживиться, но... Что это, что за осьминог, блядь? Ты кто такой вообще? Что за чудо-юдо, рыбакин, блядь? Так, хоп, сделаю. И пришвартуемся прям по 90 градусов. Давай, 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 родной, родной. Блять.
Суки, дайте картохи, а? Вот пидораса, блядь. Сардин, иди нахуй отсюда. Блядь, ёжики, хуёжики, так. Так, баньё, крабы. Больше ничего здесь нет, блядь. Сука, дайте картошки, блядь. Здесь картошка. Так. Нахуя нам вот это нужно все, нет? Кто-нибудь скажет? Придется забирать. Так, пойду я поплыву на наш этот плот. На плоту раскидаю эти ящики. Соберу инвентарь. И поплывем обратно. В общем, тухлый какой-то остров у нас с вами. Надо будет узнать, сколько хватает на это. Убить одного краба из духовушки. Так, ладно, пригодится. Так, ты чё у нас? Стой, оставим здесь. Так. Так, нам нужен тут... А, блядь, кто у меня ёбнул, блядь? А, этот мелкий, сука, блядь. Не заметил, блядь. Так, блядь, а, я же взял его или нет? Подожди. Похуй, может. Есть.
Подохнешь еще, блядь. Ебать, блядь. Ружье не взял, пиздец. Схуели ты не дохнешь, блядь, говна кусок. Время 3 часа дня уже, блядь. На хоть шмотки у нас все есть. Щи беспонтовый остров, блядь. Сейчас по кругу проплыву и так соберем остатки. Этого судна там, ну там вроде что-то лежало, да, и поплывем нахуй назад, блядь. Мотор можно, блин, ну мотор без картошки толку-то от него, ну в принципе можно приделать будет там поросенок, там кожа, да нахер она нужна, в принципе не так критично. Где наша шхуна? Там, да? Че, вонючие мелкие могут укусить тебя. Ты дай пройду, блин. Так, наберем и валим с этого острова. Тухого, блядь. Ой, блядь. Там что наверху есть, что нет? Покрышки, блядь. На тебя забраться, что там есть. Так, здесь хрен, да? Да, хрен пердень. Сука, какой-то непробиваемый этот, блядь, краб вонючий. Так. Здесь полно, полный. Так, здесь что у нас? Взял, расхуярил плод, блядь. Блядь.
Хекс назад пришвартовал. Так, подожди. Пусть так и лежит. Ну, куда-нибудь доплывем ночью. Нам прямо туда. Ну, справа прямо остров. Штормит, блять. Кто здесь, сука? Так, нам чуточку вот так вот. Если эта херня слетит, тогда у нас будет больше ящиков. Плот нормальной длины, его не так сильно колбасит, то есть по площади. Так, что у нас там? Ну, нормально, луна нам освещает путь. А где полярка? Полярная звезда, ты где, блин? Хуёвое небо, короче. Короче, против краба эти стрелы вообще, блядь. Бестолковые. Что там, что за пара? Что, кипятит воду, что ли, кто-то, смотри. Что это такое? Хоть так, а киты, что ли, или что? Там какая-то шхуна впереди, главное не впидориться во что-нибудь. Поворачивай, блядь. Что-то какая-то херня. Нам куда-то туда, в общем. Смотри, сука, как это плывет, видишь? Сука, не дремлют чудища-то морские, а? Вот. Так, где наш остров-то, блядь? Че, летучие мыши, что ли? Еще этих не хватало, блядь. Так, а вон наш остров прямо, он, видишь, прорисовывается нормально, в общем, проскочим.
Без проблем. Ящик хорошо, что не двигается. Он слева, видишь, лежит. Нормально. Прорвемся. Сейчас доплывем. Разгрузимся. Поужинаем. У нас там есть что-то готовое, да, блядь. Что-то, блядь. Кто там так нахуй? Трясет. Прямо по курсу наш остров. Может, как-то набрать этих стрел и 4 в слоте, или сколько максимальное количество их, и прям херачить. Сраные акулы, фигулы там и прочее дерьмо, блин. Так, вон наш остров, вон на костерчик горит. Все, поворачиваем. На самом деле так беспонтово съездили. Основной ресурс картохи мы не нашли, мы не взяли копий, чтобы нахлобучить всяким крабам там, свинюшкам. Ну какой-то бред на самом деле. Ну хотя да, возможно. Духовая сила этого духового ружья, она херовая, и вот такого краба отлетает просто. Стрела в дребезги, это сломалась. Может, еще одна там лежала, но я же не стал биться с этим долбанным крабом. Ты, ебать, волну поймали, видал, как вы? Опять туман. Или кипячение, какие-то пузыри, видишь? Хрен передень. Возможно, что-то мелкое задевает. Ну ладно. Так, наша база. Отлично, приплыли. Блин, дом есть дом. Там ящик слетел, что? А, ну похер, он здесь. Он уже здесь упал, так что вообще наплевать. Так, что у нас там по времени? Дом, милый дом, отлично вообще. Так. Ящик раз, ящик два, ящик три, ящик четыре. Время попить. Время поесть. Короче, ебаный плита бородяги вообще не понимаю. А кто спиздил? А, у меня есть. Чуть-чуть добавилось, типа. Так, чё, время сколько? 23 часа. Так, добавили. Так, на утро попить есть. По инвентарю что, бросим пока. Нужно брать эту копьюшечку, чтобы захерачивать всяких там ублюдков, монстров и прочее. Так, спать, сон. Все, спим. Четыре утра, ёбнулся, что ли? Гребли, гребли, блядь. И нихуя не устал. Так, сохранился, да ведь?
4 утра. Ну что, предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал на Twitter. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем большое спасибо, берегите себя и пока.